Игорь Дадон принимал участие в саммите глав государств СНГ, и в рамках своего визита в Сочи он решил посетить опорный вуз курорта, специализирующийся в основном на туристической отрасли. Сочинский государственный университет стал вторым по счету вузом после московского МГИМО, где глава Молдовы встретился с педагогами и студентами. Я возьму уже на вооружение, чтобы везде, где в каких городах буду, обязательно буду встречаться с студентами. Для того, чтобы молодежь российская больше узнала о Молдове из первых уст, мы настроены на дружбу с Российской Федерацией. Я уверен, что и для нашей молодежи, и для российской молодежи будет очень важно, чтобы побольше узнать друг о друге. Игорь Дадон был приятно удивлен, что в Сочинском государственном университете обучается и молодежь из Молдовы. Студенты задали президенту вопросы политического, экономического и образовательного характера, а также узнали о спортивных увлечениях главы молдавского государства. После беседы состоялся концерт, затем студенты смогли сделать с президентом селфи. Но главный итог встречи – подписание соглашения о сотрудничестве. Одно из молдавских высших учебных заведений станет партнером Сочинского госуниверситета. По тому опыту, по той практике, которая у нас уже есть с нашими партнерами, вузами из других стран, я считаю, что вот с чего надо начинать – это развитие культурно-познавательного туризма среди молодежи. И это даст импульс для развития дальнейших отношений. Тем более, что на базе Сочинского государственного университета регулярно проходят мероприятия по образовательному туризму и различные научные конференции с участием представителей разных стран мира. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.